Въезд на Южный рынок будет закрыт уже в понедельник, сообщают наши источники. По их информации, там могут появиться бетонные блоки. Это не первый раз, когда оптовую базу закрывают из-за решения властей. Напомню, 2 года назад въезд на Южный уже ограничивали. Тогда была информация, что среди сотрудников произошла вспышка ковида. Продавцы возмутились, что их не пускают на рабочие места, а товар портится. На этот раз причиной закрытия рынка стали жалобы местных жителей на воздух. По их словам, фуры постоянно дымили им прямо в окна. На место выехали специалисты Минэкологии, обнаружили больше 200 больших грузов и 50 легковых автомобилей. Часть из них постоянно стояли заведенные. Министерством было выдано предостережение соответствующему хозяйствующему субъекту. И по причине невыполнения предостерегаемых требований, материалы были направлены в суд. Судебная инстанция поддержала министерство, наложив запрет на въезд, остановку и стоянку транспортных средств на территории рынка до момента проведения инвентаризации и нормирования соответствующих источников выбросов передвижных.